Хай, здорово. Что же? Ну, что же? Ну, что же? А, продолжаем проходить. Синхронизация ходила, работает внизу полочка. Да? Так. Чем мы остановились? Мы убегали, да? Bullets. Давай мне сюда. Перзими слоу. Какой-то дебил какой-то. Так, я хочу посмотреть, что там синхронизация. Что за хуйня дисплей? Почему она выключена, сука? А, там же была обнова, ну конечно, обнова же, вышла обнова. Так, может, что-то уже изменилось. Синхронизация была включена, вроде бы, как я помню. Ну, теперь нет этой полоски сраной. Все. Идем более. Bullet. Нас ждет ужас. Ужас и обсираловка. Так, понятно, грузовик. Сейчас ему опять будет казаться, что у нас это... Че? Нету? Сейчас будет нам казаться, что опять война. Fuck. Yeah. We need to find another way. Поискать другой путь. За проволоку типа растяжки. Саумил. Кэм. Куда нам? За звук-то был. Wait, is that a railroad track? Let's see where it leads. How the hell did they get here? Тим, откуда они здесь? Да.
постановил голосовое сообщение. Ладно, идем. Я понял. А мне кажется, туда еще тоже можно было пойти, да? Я слышал, что здесь они сказали, что игра будет короткая, но несколько вариантов, несколько концовок, может, то есть и несколько путей. То есть пошел искать пацана, заблудился сам. Вообще молодец просто. Гениальный чувак. Да. Так, сохранялка. А, ты уже со мной. Так. Это что у нас? Так, здесь что-то изменилось. Так,
Идем. Смотри, можем туда поехать. КМБ. Саумил. There was a logging operation out here. Stopped giving out permits in the 60s. This is ancient. Механизм. Так. Гидри, мы только что получили новую партию. Зайди в ремонтный цех и забери запчасти, которые просил Роберт. The maintenance shed looks promising. Так. Maybe there's some spare parts left. Запчасти, да? КМБ. Ага, мне в КМБ. Creepy. Аркадиус. Steam's escaping. Pressure's not gonna build up. It's a valve, but the handle's missing. Ну-ка. Горит, дымит. Короче, понятно, у меня нет запчастей, мне надо за запчастями. Он так сказал, возможно, там не запчасти. Jump up, boy.
А в чем дело? Я же эти. Я же стрелки, вот, я же переставил стрелку. Ну. Во. Тварь. О, блядь! Это мне было жутко. Stick to the light, buddy. Should be safer this way. Let's go, Bullet. Let's hope it's still standing. Так, сохранялка. God, I'm so sorry. This again. Sergius. Так, идем давай. Looks like we won't be getting in through here. Так. Нам вообще-то ехать потом дальше. Здесь просто невыручная компания Тэппи из список гостей. Тут давление, жвачный диск, медный клапан. Что там?
забрал последний лазерный двигатель. Надо обойти. Come on, bring it to me, boy. Ну, блядь, ну не тупи ты, ёбаный в рот. Ну. One down, one to go. Yeah, good dog. Down, down. Come here, boy. Идем на вагонетку. Поехали. Our stop, buddy. А, блядь! Сука! Да ёбаный! Вы что, вот этот пёс, он, блядь, затупает вот в этих... Сюда.
Все? Вот он, вот это, блядь, он затупит нахуй. И вот это, блядь, сука. Ни туда, ни сюда. Нужно, блядь, бесит. За него я сдоху, что я подумал, ну, отбегу, и он за мной. Там как бы отобьюсь. А вот хуй ты там. И главное, мне, да, фонарик волшебный. Тут я, значит, стою, по мне ебашут. Но волшебный. Фонарик-то волшебный, хуй. Фил! Не вставай. Эй. А, ну да. Здесь же тачанка пешком придется идти. Так. Fuses, go figure. It won't work. The fuse is missed. Worst case scenario, you're going blind. Ну охуеть просто. После информации причины направления пациента привели родители из-за сильных панических атак, бессонницы и лунатизма. После психологической травмы рекомендую 3 сеанса терапии в неделю. А в ходе предварительной беседы мне удалось установить следующее. Пациент активно избегает воспоминаний об инциденте. Он испытывает реалистичные ночные кошмары с момента инцидента. Возможно, это механизм приспособления. У пациента наблюдается эмоциональный ступор, иррациональная агрессия, отрицание инцидента. В целом он крайне нервозен. Возможен невыявленный невроз тревожности. Короче, понятно, это про нашего. Так, там он дальше есть какая-то это. Тропинка. Well, hello there. О, ебать, так я еще электрик, на. Механик, электрик, солдат. Туда, ёбаный в рот. Полет. Не отставай. Нас ждет увлекательное приключение. Прям точно фаллосы прям какие-то, ты посмотри.
Кто-то в них видит фигурки людей, но я вижу какие-то сплошные фалосы. Я вижу то, что я вижу. Ведьма любит сама таки себе ебашить. Из дерева. Потом она занозы заебывается вытаскивать вообще. Смотрите, типа растяжка, да? This one is barely holding up. Let's see if there's anything to salvage. Я не знаю, что же можно снять. Возможно, там сейчас будет пленка. И на пленке мы посмотрим, что можно снять. Еще один же. Методист. Вау, вау, вау. Текстура прям. Когда я забрал камеру у того старого болвана, у нее было полно бессмысленной болтовни, но я то видел, я видел, на что она способна. На самом деле, через нее вижу в темноте и могу рассмотреть невидимых тварей, что в ней обитают. Через нее вижу неуловимые на глаз вещи. Через нее могу оглянуться на вещи, которые я делал. Она не даст мне их забыть. Чем теперь камеру тебе достать? This should do it. Хуйня, у меня есть фонарик. Так, ну я думаю, я достал все, что мне надо. Мне ощущение, что кто-то вот, блять, ну появится эта хуйня.
еще далее что-то есть по прямой. Запавших товарищей. Надо удерживать зеленые. It's clear. Hop on, buddy. Back on track. Now let's find that bastard. Так, ну, время уже подошло. На этом на сегодня все. Давай, до скорого. Чика-па-чика.